Так смотрят только русские солдаты. Улыбка на устах, печаль в глазах. Подобный взгляд мне встретился когда-то в церквушке у святых на образах. В том взгляде ни обиды, ни упрека за горький опыт пережитых мук. Хоть жизнь и коротка, и одинока, и встреч гораздо меньше, чем разлук. Уверенность, что все идет как надо, что завтра будет лучше, чем вчера. Привычные стрельба и канонада, случайный кров и ужин у костра. Как отче наш, пожертвовать собою, не струсить, не сбежать, не изменить, и друга молча вынести из боя, или, не дай Бог, его похоронить. В окопах безгранична власть Господня, здесь атеистов нет ни одного. На шее образ Николай Угодник, а как еще на фронте без него? Так смотрят только русские солдаты, чтоб сердце луч надежды не угас. Вершите дело правое, ребята, а Николай помолится за вас.